В Тюмени идет большая реконструкция сетей водоснабжения. В частном секторе Калининского округа новый трубопровод прокладывают по 12 улицам. В их числе Революция, Агеева, Худякова, Колхозная, Совхозная и Трактовая. Подрядчики проложат более 9 километров сетей водоснабжения и смонтируют колодцы для подключения домов. Пока построено порядка 20%. Ранее жители этого района пользовались водоразборными колонками. Центральное водоснабжение было у единиц. Сейчас они начали получать технические условия на подключение. 14 человек уже заключили договоры. В проекте также предусмотрено строительство пожарных гидрантов. В рамках выполнения инвестпрограммы в концессионном соглашении, при концессионном соглашении, ведется программа по обеспечению жителей частного сектора, неохваченным централизованным водоснабжением, строительство сетей, что позволяет решить вопрос с подачей данным абонентам чистой питьевой воды, а также, что немаловажно, решает проблему пожаротушения в данных районах.